Привет всем! С вами канал «Атмосфера вкуса» и я его ведущая Татьяна. Приготовим слоеные пирожки с капустой. Лук мелко шинкуем. Морковь натираем на крупной терке. Капусту нарезаем на мелкие части. В разогретую сковороду с растительным маслом отправляем все нарезанные ингредиенты и, перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. В конце перчим и солим овощи. Слоеное тесто раскатываем как можно тоньше. Разрезаем на 4 одинаковые полоски, а эти полоски еще пополам. На каждый кусочек теста выкладываем начинку и заворачиваем. Края стараемся спрятать внутрь. На конце полоски из теста делаем надрезы, чтобы пирожки выглядели еще аппетитнее. Внешние края склеиваем между собой. В миске взбиваем яйцо и смазываем верхушки пирожков. Ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 40-50 минут. Приятного аппетита! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.